На первой стадии, на первом этапе природа расы может быть не распознана. Это великая проблема для нас. И также великое руководство, буквально. Так или иначе, мы пришли в группу, которая исключительным образом группа Мадура расы. Гуру Парампара, мы видим, в Гуру Парампаре все мантры, мантрам, не Вацаля расы, не иной расы, но Мадура расы. Все мантры ведут в этом направлении. Мадура раса — всеобъемлющая раса. И это явление главным образом было дано Махапрабху и Шри Рупе. Поэтому мукха раса — комбинация всех рас. И помочь этой расе, служению этой расе призваны остальные параферналии, они были созданы с этой целью. Потому эта раса есть ади-раса и мукха-раса. Две паричай, как будет по-английски? Деноминации? Два определения этой расы, они идентичны. Ади-раса означает самая изначальная раса, первичная раса. И мукха-раса — главная или центральная раса, первостепенная раса. И совокупность всех рас присутствует там. И наша гуру-парампара, исключительно мадура-раса гуру-парампара, и мантры, которые даются нам, все суть мадура-раса мантра. Это реальная раса. Анарпита, Ачарим, Чират. Махапрабху дал то, что не было дано прежде, никогда. Рада, Говинда, Милита, Тану. Оба они пришли, Радхарани и Кришна, объединились и пришли для того, чтобы дать такого рода божественную любовь широким массам. Если у тебя есть подобная квалификация, ты можешь обрести это, присоединиться к этому явлению. Такова необходимость прихода Шри Гауранги и его лила, раздача этого явления. Все остальные расы носят второстепенный характер и подчинены, они призваны служить этому служению Кришне. В детстве, когда мы дети, когда мы еще недостаточно развиты, мы можем бегать взад-вперед. Но в конечном счете мы главным образом должны будем отправиться туда.